Добрый вечер, добрый день, дорогие друзья и подписчики. Сегодня я снимаю свою 42-ю часть своего летсплея «Клёвая жизнь». Сегодня я начну с такой не очень приятной новостью. Многие заметили то, что я отключил комментарии, вот, точнее, лайки и дизлайки на своих видео. Я их отключил из-за того, что просто кто-то накручивал мне дизлайки. А также кто-то накручивает мне просмотры. Я вас умоляю, ребята, не делайте этого, потому что это как-то получается нечестно. Не знаю, просто это как-то не очень хорошо, когда я смотрю на ненастоящие просмотры. Знаете, как я это узнал? Я у своей партнерской программы, у техподдержки спросил, почему у меня не обновляются мои просмотры, почему у меня всегда стоит только на 300, 301 и более просмотров постоянно у меня стоит. Они мне ответили на этот вопрос, они сказали то, что просмотры у меня как нелегальные, поэтому они не обновляются. Если бы просмотры были настоящие, они бы у меня сразу же обновились, но нет, они у меня не настоящие. Поэтому я вас сразу прошу, прям умоляю, не накручивайте мне, пожалуйста, просмотры. Толку мне от них вообще ничего не приносит, они потому что не коммерческие. А просто как, человек зашел на сайт, даже не посмотрел видео и вышел с сайта. В принципе, вот. Еще, знаете, как я понял, почему мне накручивают дизлайки? Да просто потому, что я также спросил у своей техподдержки, возможно ли вообще накручивать дизлайки. Они ответили мне, да, это возможно. Сказали то, что, если вы хотите от этого избавиться, просто-напросто возьмите и отключите лайки и дизлайки на своих видео. Я их послушался, и теперь я их отключил. Но это будет на время, примерно на дня 2-3. Чтобы те люди успокоились и перестали мне накручивать дизлайки. Кстати, услуга накрутки дизлайков, она платная, поэтому я не думаю, что у них хватит денег постоянно накручивать мне дизлайки. Вот. А просмотры, по-моему, это накрутка бесплатная, так что, я просто вас прошу, не накручивайте мне просмотры. Они мне ни к чему вообще. Вот, это, в принципе, все то, что я хотел сказать вам. Также я вне серии стоял здесь такой спокойненько в ФК такой. И у меня МФЕ полностью зарядилась. Я тут два раза менял вот этот уголь на стак. И она у меня вот уже почти зарядилась. Также, что я хотел сказать вам. Вроде все. Вроде больше ничего не хотел. Сейчас я сюда вот положу всякие вещи, которые мне вообще не нужны. Обсидиан мы оставим. Яйцо можно, факел, еще эти яйца, еще вот эту фигню. Опять яйцо. Что тут еще-то можно? Можно перья, семечки, сгустки. В принципе, вот. Сюда положим рыбу, посмотрим, что у нас тут. Тут у нас вообще по ресурсам все отлично. Так, тут я ее не включал. Ой, это зарядилось, все отлично. Так, я, кстати, еще побегал вне серии, побегал просто и пособирал вот этих штук по миру. И, набрал вот этого всего. И поэтому у нас сейчас резины будет достаточно. Так, еще вне серии я тут собрал эту ферму, ту ферму. И больше ферм у меня нету. Кроме вот этой. Но это мне собирать как-то лень. В принципе, топор у меня есть, так что сейчас все соберем. Так. Мне надо сейчас поспать. Знаете, думаю, кровать эти надо перенести в какое-нибудь другое, более уютное. Ой, свинья, ты чё, монстр? Свинья, она как-то насвистит, только монстр. Воу, это страшно. Ах ты же засранец, я думал, ты не сможешь. Все.
Все, спим. А как он, сказать, к нам вошел? У нас, по-моему, там дверь же закрыта. Хотя у меня такие очень плохие догадки, но все же да. Этот засранец сломал нам дверь. Да черт, я же сейчас сдохну, уйди. Ну блин, ну что за засранцы, а? Вот так вот, все. Что я хотел сделать? Я забыл. О, у меня железная лопатка выпала. Это не может не радовать. Так. Это вот сюда все. Дальше сюда вот эту штуку всякую. Так, дальше вот сюда вот эту штуку всякую. Так, бэкпак у меня какой? Пустой, нет? 5 секунд. Моя кошка очень больная, поэтому я ее впустил. Я не знаю, зачем она постоянно визжит. Но это совсем другая история. Воу, смотрите, как быстро наполняется. Ну ладно, засунем сюда вот это. Вот, тут сейчас шлем вытащим, засунем джетпак сразу. Во, вообще очень быстро. Извините. Как-то долго. Все. Все, у нас все полное, все офигенно. Так, ну что, пойдемте куда-нибудь, что ли? А, куда я хотел? А, точно, лес рубить. Так, все, сейчас вырубим тут лес весь. Опять мы лесорубы. Ребят, если вам не тяжело, нарисуйте арт, как я с топором стою. Чтобы я мог на картинку, например, видео ставить. Ну, просто мне так приятно будет, если вы нарисуете мне арт, как я с топором стою алмазным или еще с каким-нибудь. Это будет просто прекрасно. Просто я знаю то, что меня смотрят такие люди, которые очень хорошо рисуют арты. Потому что мне очень подписчиков много рисуют разные арты. И так далее. Что-то у меня походу залагало как-то. Воу. Точно. У меня же на сервере типа стоит. Еще просто перезайдем. Просто на сервер пытался зайти Теренос. Но у него что-то очень сильно лагало. Воу, что это такое? Я не помню, что тут такое было. Воу, я правда этого не помню. Но тут вроде все нормально было. Вау, что-то это очень странно. Но у нас тут вроде все было нормально. Ну, в принципе, закроем. Тут у нас бревна есть. Вот, все отлично. Не знаю, тут может какие-нибудь враждебные мобы есть, которые умеют, не знаю, блоки рушить или... А, кстати, есть такой. Но я не думаю, то, что он с подземелья мог выбраться. Так, окей. Просто забьем на это дело. Что-то у меня подлагивает, темнит начал. Это, наверное, из-за того, что у меня более много всяких разных механизмов. Но я все-таки буду надеяться, то, что это не из-за этого. Знаете, чем сегодня сделаем? Я придумал прям только что. Давайте сделаем карьер. Что нам пригодится, очень хорошая вещь. О, вот этот поворот. И все, у нас кончилось дерево. Точнее, не дерево, а топор. Ну, в принципе, ладно. Ничего страшного в этом нету. Так, сейчас мы сделаем карьер.
Так. Ого, как тут много дерева валяется просто так. Это жесть, я устал уже собирать. Так, ну вроде все, все собрал. Ну почти. Засаживать, я думаю, буду все вне серии, потому что... Ну то, что в серии это больно долго. Я даже вне серии это все долго делал. Ну все, все отлично. Так, теперь... Не, хотя карьера, думаю, нам он не очень нужен. А, потому что, ну, я думаю, просто он нам не потребуется. Так. Ну, я вот не знаю, что сейчас сделать. У нас тут так прикольно делается. Надо заскринить. Так. О, тут опять приготовилось. Все отлично. Ну ладно, тут у нас уже заканчивается, но в принципе у нас сейчас много будет угля и так далее. Ну-ка. Дайте подумаю сейчас. Думаю, сейчас мы можем прям сделать уже этот карьер. Я думаю, то, что ресурсов у нас более-менее-то хватает. Вот только булыжника нету, потому что булыжник я весь переработал, но не весь. Как все мы дружно знаем, у нас есть такой запасной вариант. И он находится именно здесь. Так, сейчас тут где-нибудь. Вот. Оу-е. Вот это четко. Так. Сегодня, наверное, War Thunder тоже будет серия. Ну, не знаю, посмотрим. А, что-то как-то сегодня не очень так хочется на War Thunder снимать, если честно. Так, там, по-моему, вообще не нужны эти золотые, но из золотых мы потом сможем сделать алмазные. Поэтому все-таки надо сделать. Так, давайте еще раз посмотрим. А, нет, все-таки две золотых, и две золотых у нас есть. Что там еще надо? Один редстоун. Один редстоун. Один редстоун. Его у нас, к сожалению, есть. Так. В принципе, все у нас всего хватает. Все. Делаем карьер. Не очень долгожданный, но, в принципе, я его очень давно хотел уже сделать. Но просто было лень, потому что тут больно много разных крафтов делать надо. Но, в принципе, то, что у нас много разных этих штук есть. Мы это быстро все сделали. Так, ну давайте поставим куда-нибудь. Например, туда же опять. О, нет, тут, блин, опять разметки надо будет ставить. Ну и думаю, разметки не обязательно у нас сейчас будут. Поставим вот так вот, что прям вот здесь катал, ну, копал. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас там по разным там двигателям, какие у нас есть, каких нет. Или вообще все вне серии сделаем. Так. У нас есть, по идее, такие и такие. О, нет, что-то это будет очень слишком долго. Давайте я все вне серии сделаю, чтобы... О, в начале серии вы уже, ну, в начале следующей серии вы уже такие, вау, офигеть, типа там, ну, по типу такого. Все.
все, думаю. На этом пора заканчивать. Ну, конечно, не знаю, сколько мы сняли, но... Дайте я вам покажу, как у нас там ферма вот эта продвигается. У нас тут уже почти все картошкой засажено. Вот как у нас это, с такими вот. Ну, в принципе, все. С вами был мистер Суслик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и зовите друзей. А я вам говорю, если вы здесь впервые, то подпишитесь на мой канал и поставьте. Ну, я это все уже сказал, так что всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. We'll be right back.